Привет всем! Сегодня мы узнаем, как отключить все услуги и подписки на операторе Теле 2. Проще всего войти в личный кабинет и отключить все. Для этого заходим в официальный сайт Теле 2. Если вы не нашли ее в поисковике, набираем Теле 2 личный кабинет и попадаем в этот сайт. Вот в этой строке вводим номер своего телефона. Если вы не знаете свой номер, набирайте на в тональном режиме звездочка 201 решетка, и ваш номер отобразится. Вводим номер телефона в эту строку. И нажимаем «Войти». В ответ вам должно поступить смс-сообщение. С кодом доступа. Этот код вводим вот в эту строку. После того, как правильно ввели код доступа, мы попадаем в личный кабинет. Вот здесь вот наверху мой Теле 2, выбираем услуги. И вот во вкладке «Мои услуги» смотрим «Подключенные услуги». Вот эти бесплатные услуги, здесь нету кнопочки «Отключить». Если у вас есть платные услуги, которые стоят денег, будет рядом кнопка «Отключить». Вот так вот. Подписки также по списку идете. Видите, какие-нибудь платные услуги, жмете на кнопку «Отключить». Все. Этим вы отключаете все услуги и подписки. Такие вот несложные действия. На этом все. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, господа.